Конечно, да, Это нормально, бля. В смысле, где, чё? На X4 с аркатраса обычки БКшный инст выпал 239-е кольцо. А, ну я понял, погнали фармить точные БК обычки. Там гир пизже, чем в этом контейнере. 20% у меня пишет. Ну, я думаю, это пиздёж, потому что аркатрас не пускает, ебать, на чем стоп. Да, он закрытый. Можно заебись фармить, а он пиздёж чистой воды. А обычка? Не работает никуда, ни обычка, ни гера. Там пишет, там пишет 85 уровень требуется. Ты когда, блядь, третий спик делаешь, ты в Аркатрац не ходишь. Ты ходишь в Механар, блядь, и ходишь в Ботанику, блядь. Потому что туда нахуй не пускают. О, дебили, Дэн, быстрее, за спину. Залети очко. Залети в Ачелова. В очко уже нет. 87%, 8%. Он же там. Он уже давно там. В чем ты там очки, нахуй? Ну 5-300 снесли уже, а у него 5 лямов. И чё теперь, нахуй? У него 200к ещё осталось. Умри, сука. Где моя триня, нахуй? 100к, блядь. Я как шевыда не дам, как шевыда, сука, не тыкну, у него, блядь, сопротивление вечно. Вот, 1 хп, всё. Теперь ждём ответа на тикет, блядь. Что за хуйня, ёбаные пидоры? Ой, хп, блядь. Так это еще большинство гильдий не дошли до Накса, они вечером по МСК пойдут сюда, я хуею. Так вот тоже, бля. 1 хп, все нахуй. Че, давайте по разборду попробуем добежать опять сюда, запустить босса. Просто спать или в нем, сейчас пересоберемся. Ну прийти сюда, чтобы опять такая же точно хуйня была. Надо дождаться, чтобы уже на тикет ответили, они там недолго отвечают. А куда тикет писали? Я в вип-форум пишу, они игнорят тупо. Походу мы не первый такие напишет. У них сейчас объем петиции очень большой. Да. Не дохуя. Ну хотя они в випке быстренько отвечают. Сейчас я скрины понакидал, он сейчас может ответить быстрее. Где ты вип-форум достал, дядя? Блять, у него 20-я лоялка. Где вип-форум, блять? 24-я. Ну и где ты его достал? А с какой лоялкой? ШВД. С 20-й. Что? А, с 20-й. А у тебя же Дэн есть, подожди, ебать. Так я написал уже. Три скриншота. Ну ладно, живи, сука. Надо было заодно на окна накатать репорт. Ну перестаньте его бить все, уйдите от него. Что сейчас будет? Что изменится, ебать? На пету ему натравлю нахуй. Он просто будет дальше стоять. Бой не спадает, бать, вот, вип раздел, нахуй, нихуя. Только что, когда открывалась калитка, бой слетел. Короче, нихуя, он такой, типа, глупцы, вы сами нашли свою смерть. Походу, он знает, что он неправильно работает, мы тут сдохнем нахер от скуки. Прикинь, если что-то забагается, и наши персы всегда в этой комнате останутся, блядь. Нахуя, давайте телепортируемся в Долоран. Ну-ка, а блядь, камни исчезнут, нахуй, все исчезнет. Интересно, я смогу на этот заборчик запрыгнуть? Телепортация на остров Фирф, вип никогда не исчезнет. Делаем. Нет, Дэн, ты проебешь. Выйди из сумрака, нахуй, ебаный код. Ебать, я кот, который бегает по пикам точеным, охуеть. Кот, который смог, отвечаю. Иди на пику садись, слышишь? Залетай сюда, братан. Да быстрее, давай на пику садись. Нет. Ну, сядь. Полетаю. Заебал, я на форум отправлю, как ты на пике сидишь. Скажу, ебать, у человека уже крыша едет, он на пика садится, блядь. Чекайте там все форум, кто там писал тикеты. Да я обновляю пока, да, нихуя нету. А в игре не обучают ГМ? Нет. Нету их в игре. Они в игре сидят. Ну кто-то говорит, что отвечали, но не ни разу. Они через VIP-раздел могут типа тебе в игре ответить. Этот говорил, Суперблом. Они ему писали, чтобы он, блядь, педаль вырубил, нахуй. АДКшник.
Вон дизрон, блядь, отсутствует, написано, нахуй. Все спят они. Блядь, на форуме там какой-то Василий из разработчиков один сидит, и тот, блядь, походу, вообще не в теме. Он на готике, ебаный. Потому что Василий, блядь. Да вон недавно активность-то есть от них, блядь. Они хоть и офнуты сидят, но они нихуя не отвечают. На тему про Волонира не... На тему про Волонира не отвечают, а, блядь, тут нет, нахуй. А чё, Волонир будет? Слад, я вообще твою тему, нахуй, не вижу на вип-форуме. Так она в приватке, блядь. Уже паучи бы пронесли, давайте, может, внутри ТП в Долоран сделаем, блядь, прилетим, пронесем паучи. Да, ТП не обязательно. Просто распуститься, можно кикнется инстаграм. Можно поссать пойти, я в курсе. Нет, если нам как бы будем ждать их, это может затянуться пиздец как надолго. А если, например, в паучьем на втором боссе не будет адов, тоже? Ну, блядь, хули, а сколько... Что нам вообще надо с паучьего, ну, не скажите? Ну, блядь, пронести, чтобы оставить... Проходка дальше, ебать, как, можно, знаю, как можно меньше боссов оставить, блядь, на то время, когда заработает эта хуйня. Я ну и вообще, плюс квест сделать. Это логика, не спорю. И а ну бы все, убьем квест, полутаем, блядь, и все, и спать нахуй. В принципе, блядь, я поддерживаю. Даже ждать, ну тебе это пизда вообще. Я ну, не думаю, что а они чё? Там сейчас. Вот такие... он ответит, вот он ответит, да? И ну типа портанется к нам в рейд, и все, и мы просто подойдем к готику и покажем ему, и все, блядь, хули. Давайте дальше пойдем бить, блядь. И че, он его шотнит, блядь, ради нас. Да. Хули еще ему остается. Потом поведем его дальше по всем боссам показывать, да? Ну, а то. Не. Ты какая-то хуйня. Ну а чё, пойдём, блядь. Чё мы здесь дрочим? Серьезно, пойдём, паучку. Ну, давайте. Блядь, мне кажется, они быстрее нахуй ответили в обычном разделе, чем в этом VIP, блядь. Короче, я ХС кастую, блядь, отсюда. Ну что, для Верочки ливнуть надо с рейда, блядь. Потому что... Теперь не только, ладно, еще и в обычный накатал. Панель тогда камень. Полетели, внутри паучи, убьем и рвай, ебать. Нахуй, дать. Блять. Покоев, нахуй, выйти и все. Охуеть, блять, льду сделали, блять, все сломали, нахуй. Просто мы на одни и те же грабли наступаем в какой раз, блять, когда какой-то контент выходит, вот этот день нельзя рейдить. Нахуя вы ливаете из рейда, блять, кастуйте камень, нахуй. Там поскидывали скрины и всю хуйню, блядь. Что, тяжело, блядь, пролететь нахуй одну локацию или что? Да, с Долорана вообще недалеко лететь. Кто-то там из твинков есть на этом? На Наксе? Да, сейчас заведу. Зайди, плюс они. Суманеж какого-нибудь лока. Суманеж. Не, а мобы где-то под текстами внизу, кстати, бегают, но. А, ебать. Его же выкинуло в начальную локацию. Кстати, а может быть это из-за того, что у нас Телдрин был в пати? Что? Почему? Ну, как Варик. Но это не точно. Давай. Паучки еще там. Нихуя, первый раз такое вижу. На запросе написано, что осталось приблизительно 6 минут до ответа. Чего, ну, тоже Телдрин в пати был, блядь, Егор, нахуй, вообще, ну, как, что ты творишь? Гикс и этот, Влад, все, нахуй, давайте, топешьтесь. Нехуй на стене сидеть. А чё, инста, блядь, вышли все с инста, или чё там? АФК ушли, пацаны? Там стоят, блядь, нихуя не делают. Ну а чё, не блядь, камень? Сказали, кастаните камень, нахуй. Там пока бой, вы это, не тыкайтесь в инста, то у вас КД повешается, вас не будет пускать час, блядь.
Там, если много раз потыкаться в портал, можно КД словить. Нет, там если ты заходишь и выходишь, то ловишь КД. А, ну да, наверное. Я думал, если тыкаться, тоже будет КД. Сумоньте всех, кастуйте все камень в Далоран. Да хоть куда кастуйте. Просто КС. Здесь с дракона. Ничего вечером. Не отвечают тебе. Толовка, ты иди, портал в Акирус поставь, ебанись и чарку на пуху. А, да, абсолютно точно. Тише, что-то. Так, наверное, все из-за этого просто. По-любому. По-любому. Ну та пуха лучше в 1000 раз будет, чем это. Сука, подожди, тут этот нахуй. Тихо, сука, стоять, блядь. Пацаны, пиздите, тварь. Ты, они отвечают. Мы не на тему про волонира. Отвечают на тему про волонира, нахуй. А каким же лично? Владик, выйди с Наксу. Заходите, выйди уже, все. А ты в тему про волонира, хуярь. Кого сумонить еще? Есть такие? Все, пусти уже, заходите, вы. Идем на паучи. Столовка, ну что, да, разъебал его, блядь. Да. А Рыло, что не присумоните, пожалуйста, просто. Да, давайте плюс в рейд кого сумоните. Костина. Сейчас льду еще на неделю подвинут. Да, аж страшно. Я почему-то уверен, что сейчас откатят обнову с этим, блядь, с геолокацией. Я вот уверен. Лучше бы откатили, блядь, говно какое-то сделали, блядь. Там не только ульду перенесут, сейчас еще и Накс перенесут, блядь. Сейчас еще весь ваш мод нахуй перенесут, ебать, на старт контент. А шмот хуй с ним. Так и не. Надо шмот нахуй переносить. Симон приходит? Угу. Ты сделал чарку? Да, конечно. Шо. Ой, я мог пакистаны могу... сделать, ебать. ГЦ с того, что? Димас. С полной буховаской. Спасибо. Не, он ты 7 комплект такой порашен на пристать, пиздец. А ЧВД, блядь, крит увеличить, нахуй, я вахую. Ну это чтоб ты на Малигасе мог умереть. А, в курсе дела, что с пугами было? Эти стоп, дебилы я... отправляли этих мобов, короче. Каких мобов? Вот этих вот, им тупо танков слаживало. Они их вообще не били, в смысле. А-а-а. Танк стоит 40 стаков, нахуй, как тик, он умирает. Не мой, ебать. Столовка, давай сразу, пуляй. Не-не-не, я же без бафов подожди, вообще. Что ебать, подожди, остановись. Приложение. Warcraft, нахуй. Закрыли, да, приложение? Все, я готов. Все, поехали. X4 на X3. Давайте, Гера. Инеры тоже давайте сразу. Ебало, не лох?
по КД на пиках на чёрных, пиздец, ну. О! Опять танки ебаные упали. Ауе сапоги опять эти, блядь. И, кстати, ладно, хорошие, блядь. Давайте их по роллу просто отдадим кому-нибудь сейчас. Это пизда, их слишком много. Да похуй, выставить их, блядь, за недорого купят, блядь. Да, их недорого покупают. Это хороший. Войт, ты оденешь эти башмаки? Да я вот не знаю, у меня 213. А, на танка одену. На танка, да. Да тебе, да. Егор, тебе не надо? А, и чё, дешевые? Короче, ничего не ответили этим разе до сих пор. Угу. Да. А ты ботика активность? Да, не эти, Егор, на танк. На танк. Короче, я в этот, в приватный... Ну, VIP в отдел приватный закинул, и еще в этот второй раздел, который типа общий, все читать могут. Пока нихуя. Это ж статья же, ты че, Формана? Повторение тем. Похую. Есть такая хуйня, как VIP форум, например. Ебаные VIP игроки хотят ебучие игры. Нормальный. Сам ты ебан. Развернись обратно, блядь. Куда вы, блядь, побежали? Ну, или с ультами побежали туда? Она где-то потом развернулась, развернулась. Мы-то побежали куда надо. Блять, наверное, за сообщение невозможно убить босса, весь трэш в текстурах уже 15 минут стоим. Спасибо новой геодате, меня забанят. За спасибо новой геодате. Напиши большое спасибо. Вспомни Никиту, что он писал, ебать. Я ваш рот борол или не он писал? Писал, что циркуль лучший сервер админа, да. Этого, блять, Сируса сосуд хуй. Ну я то же самое написал. И про их мамок что-то там еще помбинал. Подкусило бы. Десяточку разбанили. Циркуль-то да. Тоже не сразу топовым был, блядь. Там, циркулей там... не было топовым никогда. Ну, нормально был, блядь. Да, залупа ебаная, блядь. Всегда был Вармейн лучше, и раз, да. А Вармейн такая открытая. Чем Вармейн был лучше? Да, блядь, там работоспособность, нахуй, практически... Особенно пройти ключу, не убив ни одного босса. Работоспособность на пиратке, конечно, пушка, блядь. Уха, вот это мне надо, блядь. Меч упал. Там уловка нахуй корабт, блядь, хосту скелевал, блядь. Думайтесь просто в этом, блядь. На Вармейне, блядь. Кирюх, ты видишь этот меч, да? Да, вот он лежит. Иди сюда. На, я тебе этого отдам. Сейчас отдам. Чё, блядь, уловка корабт? Ну, порча хосту запоминал. Понял? Хороший. Забирай. На Вармейне. Есть. Да, сегодня реально что-то шмота до хуя падает. Да, а уж до хуя. Просто раньше никогда не лутали. Лутали, да, мы лутали всегда, блядь. Кстати, такой нихуя его 2.5 мячу, да? Ну, блядь, не фонтан, конечно, но неплохой. За неимением ничего, как бы тоже. Ну, тема. Я сейчас тогда смогу, блядь, поменять это. Интересно, поддержишь этого, ну, босса? Точнее, ой, блядь, мораль, ой, блядь, ебаная. Столовка поддержишь босса. Интересно, моба. Влад, ты там все сделаешь. Ага, хорошо. Быстренько. Бьем уже. Да, я тоже оценил. Ты прям так видишь меня уже в танке. Оттягивать его нет оттуда? Да, да. Ну ты в десятку по-любому идешь в танк. Грабить будем. А, КД, ладно.
Да я по телефону разговаривал, блядь. Я понял. Какой стон был приятный, да? Очень. Не понравилось. Ты там очищение киньте, шаманы. Джест стоит с самого начала. Так, сейчас будет бешенство, пару секунд. Отнимота, понимаем. А, все, помню, да. Там служитель далеко, пиздец. Я с чего не достану, если будет еще одна верса. Да нормально, что ты. Я достану. Хорошо. Бля, почти погнал, нахуй. Да, видно. Света почти погнал. Вот я бы сказал, что это хорошая голова, если бы, сука, они в нее сокет добавили, мразин. Хилы, может, пойдем? Нет, а то один лад идет, там что-то нормально все у вас нет там. Они лутают. Давай я похилю, ебать. Не ссы. Да какой нахуй ты... Че, ты в меня не веруешь, что ли? Вообще ебать? Нет, ну. Че нахуй? Ты прекращай давай, ебать. Ну, если там не зыбку отдать, там, или хпшку, тогда будет проще. Да тут все хуйня, ебать, сейчас Влад в этом, в шипе захилится. Смотрите, чудо произойдет сзади. В реплике затанчит, да, Влад? Так, сагрили сзади, уже мобов, блядь. Соси помойки, нахуй. Да собирай всю комнату, нахуй, блядь. Ну давай стерфол. С Долорана мобы прибегут. А у меня только держит. Долорана, главное, чтобы с готика прибежать. Я думаю, надо на готике попробовать будет хуйню петов просто поубирать и все. Не-не-не, если геодата кривая, надо будет, короче, пул босса делать. Присты всем дают левитацию, и мы в угол комнаты ставим шкафы. Типа, как помнишь, вык баг был. Ребята, вообще топовые, нахуй. Как помнишь, это получается? Я не знаю даже, но... Понимаю, ладно. Коровы, нахуй, но у вас жопы не такие же широкие, ебать. Влад и Кирюха помнят этот баг на циркуле, когда, короче, канубу можно было шкафом спустить. Ну вот да, сравнишься и проваливаешься. Так, на сервисе он просто так работает, ты ебать, просто в угол становишься, когда пуляешь боссов, нахуй. Тебя просто сквозь тексты кидает, ебать. А ты умный, это только что самое Денис сказал. Я хуй. Нет, я тебе говорю, не, без шкафов, так, без левитации, без нихуя. Тебя просто брали, нахуй, скидывали вниз. Нет, тут прикол в том, что мы очищение. В текстуру упадем и разобьемся. Для этого говорю сейчас левитацию. Слово плей, блин. Вот это да! А босс потом спустится к нам, не? Вот это вопрос. Или очканет. На 4 пати поделимся. Я знаю, что будет. Мы все в бане окажемся. Ну да, тоже верно. Ну, у меня Арбан, такое ощущение, что их нахуй оббегать, наверное, не стоит или стоит. Да ни в хуя не получится вас оббежать, этих ебаных пауков. А смотри, убей их уже, смотри, какую хуйню чудят, блядь. Бегут так по центру, вот. Похуй. Чилим, да, пацаны? Это ну, все будет нахуй. Вот вагон получается. Кот рукоблуд, нахуй. Надо экран потереть, пиздец, нахуй. Нихуя не вижу. Хуя. Сык, там нахуй. Короче, а я понял, мы... фарм, короче, я понял, мы это вторую пух из столовки фармим. Нам нужна другая стрелка. Мы фармим репу с админами, отвечаю. Не-не-не, столовки, короче, это
нужна еще одна пуха, чтобы на нее минус сала повесить, и еще одна пуха, чтобы на нее повесить это полирование. Нет, мы проверяем тот трэш, который никто не проверял, работает он или нет, видишь? Все, агрит сразу. Да, а титаны тут кто-нибудь в Беларуси есть, кстати, не у нас? Белорусы есть. Картошка люблю, считается. Что? Ташкента, кто с Ташкента? Что-то это, уши забыл почистить. Хорошо. Я картошку люблю. Кто ж Ташкента, блядь? Получается, да. Ну ладно, блядь. Получается, с Ташкента, да? Блядь, было-было, но такого нахуй не было, блядь. Притарианец, нахуй. Новая раса, блядь. Притаривает, ну. О, Егор, динарит, нахуй. Кстати, да. Слышишь, Дэн, ты охуеешь, этот босс грипается, нахуй. Я так, помню, кстати. Его кто-то грипал из наших. Типа, пошел его вести, и такой, куяк, ебать, босс грипается. А, так это я взяткой же и был, нахуй. А, это ты, тварь, да. Взял мне весь бус, запорол. Рыбу покушали. Готов. В фору прыгать? А где рыба, блядь? Да, прыгай. Пец в ногах. Рыба в ногах. Я не понял. Что это за хуйня такая? Левитация, зрение маны. Короче, 32 минуты и ответа нет. Мрази, они спят. Это форум, ребят, вы чекайте что? Все форум, блять. Может кому-то ответить. Онлайн. Чехеров сразу. А куда вы все претесь, скажите нахуй, ебать, дамагеры ебучие. Чай накинь, Инер. Ебать, перчатки сломались, охуенно, во время боя. Я ебу, блядь. ГЦ, это достижение, отвечай, достижение. Нравится, блядь, мне новое обновление, блядь. Егор, привет. Да хули всем похуй, ебать, все ДПСят. Да, я в ахуе. Я хотел сказать, потом думаю, блядь, что серьезно. Что там делаешь, Егор? А, это Сирус. Есть у него такая привычка туда закидывать людей, которые правильно... Опять кто-то полетел. Спасаем, блядь. Побежали, ебать, нахуй. Души его. ЧПД. Какой запеканка, ебать. Добав. О, ну все, секуточка подъехала, да. Словка, у тебя прожимки есть какие-нибудь? Да, да, все на месте. Ой, бать, трэш пришел. Прожаться сейчас, нет? Да. Ну, вот сейчас, да. Сжимайся. Блять, ну лишь быстренько РДДшная упала. Магу отдадим, блядь. Ебать, что такое она больно бьет. Трэш был. Я, короче, что-то не понимаю, пацаны. Что сделали, нахуй? Почему у меня не прокает яйцо на ШП? Убейте кокон, мрази ебучие, вы чё нахуй? Нахуй ты нужен, ебать? А нету кокона. Ну пизда мне, нахуй. Нету, ну. Дайте диван по ним, что ли? Секунду такую не залейте. Работает, не? О, блять, нужна кому из хилов эта тринка? У меня есть.
Слышь, а он, блядь, в коконе, а у кокона времень, а время 22 секунды, нахуй. ХП нет. Сейчас закончится и все, блядь. Сиди, ну, короче, нахуй, там спокойно. Все нормально. Сирус, блядь, привет. Ладно, я просто за твой базар угомонили маленько, нахуй. Да он в угол встал. Еще раз. Смотри, в углу стоит. Денчик. А у тебя джипс есть, нет? Ну, на этом нет плюсе. Можешь выйти, блядь, поставить мамонта, блядь, я подчинюсь. Че, кель остался? Че будем... Какой кель? Если мы... Ладомир, нет, Ладомир, тебе нужна тренька-то, да? Че, погнали в военный, да? Ну давайте посмотрим разок, ну. Да надо не в випку подписать, Влад, напиши на обычный нахуй форум и все, им так похуй. Дэн написал на обычный форум, какая хуй разница, нет, блядь. Просто... Они игнорят темы, касающиеся Ноксермаса сейчас, понимаешь? Не мы одни это написали, блядь. Они на тему про Волонир отвечают, а на тему про, блядь, Ноксермаса не игнорят тупо. Так ты в тему про Волонир напиши. Волонир, Волонир там, блядь. Они так же заигнорят просто. Сука. Ебать, пусть придут просто босса нам шлепнут и все. Это как с темой с этого в курсе. Я сказал тему, чтобы они... Чтобы они аренды... Да мы же здесь были уже, блядь. Их только что тут трое шло, блядь. И два просто пропали, нахуй. Это в курсе, блядь. Дэн? Во, смотри, вот они, вот они, видел. Смотри, как создавал. Дэн. Я хуйня, я больше тут чекать нахуй. Какой сука? Сагрели. Ебать, огонь нахуй. Я в ахуе. Кто армий? Дай ему по жопе. Блядь, боешки бьем, если че. Хуешки, блядь. Дэн, я когда создавал тему про ебаный нахуй арену Грубаш, чтобы перенесли по времени на ДВшное, короче. Они также, блядь, сперва молчали 3 дня, нахуй, потом, ну, на випке, блядь. Потом они собрались ответить, нахуй. 3 дня, сука, молчать. Там моб ушел в текстуры, пацаны, еще один. Надо было просто не в приват писать, в общую писать на випку, нахуй, а мы бы уже там, кто, блядь, четвертый. Я на випку и в общую, и в этот написал. А ты в общем написал сервер и URL? И, блядь, давай я там, нахуй, тоже, блядь, присоединюсь. Типа, где ответ, ребята, нахуй? Че молчите? Ред сидит, ждет, блядь. Я напишу, бабка, давай. Блядь. Давайте, ссылку дай, клик, дай, мы все зайдем, нахуй. Давай. Начнем их согласен дрочить тогда уже, нахуй. Че? Ну ты же 25 ебальником, они должны будут ответить. Но. Я пока вот сами приберу. Обе ссылки кидай с випки и с этой хуйни, короче. Вот если бы 25 кидай рейдов ждало, а так всего лишь 25 человек. Да сейчас вся гильдия нахуярит 33 нахуй человека, блядь. Пускай откатывают все об новый бан. Там, может, еще ты, ребята, ебать, подцепятся, уже... нахуй. Ее надо уже пол двенадцатого, ебать, они нахуй хуйни тут страдают свои, блядь. Геуда ты чинят. Да конченые, блядь. И так конченая вот была, еще хуже стала, блядь. Ебать, пиздец, на сервере крутятся, не могут нахуй ничего подремонтировать. Что, конченые вообще, что ли, блядь? Бля, напишите там, не забудьте, скажите, мы 4 часа с Манаем в одном рейде сидим, блядь. Отъебися, нахуй. Это самое страшное, что могло произойти для нас, нахуй. Максим, у тебя есть работа новая, я посоветовал. Было бы сильно, если бы они написали, ебать, ответ на этот хуйню, что говорит, замутайте его в Дискорд, ебать, и все. В моем Дискорде, ну. Да мы уже резервный создали, что ты паришься там. А, я ж Наде отдал. Слушай, же еще вопрос, прикол. Подожди, не пульте его петом. Смотрите, давайте сейчас встанут 2 паладина и будут лужи разливать вместе появления мобов. Ну, давайте левитацию всем раздам, нахуй, че вы. Идите вон угол, вон крайний угол, давайте вот возле входа, блядь, там поставим шкафы сейчас, блядь. Ебанем всем левитацию, постоим и петом с пулями, блядь. Не факт, что оно все сработает, а вот... Давайте делиться, не как факт, обычно, блядь, заходите смотри сюда, все милики направо. Нет, погоди, Кирюх, можешь попробовать этот, блядь, кинуть сюда лужу, то есть пока мобы не успеют вниз окончательно провалиться, они тик лужи должны поймать, типа один холи... Ну давай попробуйте, ну там паладины есть у вас же. Типа один холи-пал там встанет, и один холи-пал здесь, чтобы поманить, типа не сел. И Синдикат, мы... Ладомир, идите туда, на ту сторону, вдвоем, попробуйте лужи там нассать. Там где мобы появляются, можно лужу нассать туда. Да, и этот, столовка тоже лужу туда кидай. Куда? Ну вот а где мобы появляются? Да, вот прям... Все. Давай. Мне в какую? Вправо, влево? В середину кидай, там холипалы, пускай лево-право. Че, давай я спорю тогда. Подожди, блядь, дайте, зайдите все сюда, кто будет, блядь, с моей стороны. Что мы тут вдвоем нахуй будем стоять? ШП, идите сюда. Да нахуя туда, блядь? Все нормально, уже распределились.
Срез туда уеби только направо. Срез направо иди. А, там стоишь. Что, запускаем? Ну давай, только не пей там пульте, блядь. Сразу лужи лейте. Лейте лужи сразу. Слева там. А, потому что Владимир у нас, я понял. Один. Быстрее проехать. Понятно. Нихуя, да? Или что, ничего не вышло? Еще волны нету, еще волны нету, еще подожди. Да ладно. Зря я его вылил, лужу свою. У вас, если что, один хулипан синдикат на той стороне. Да я похилию, если что, с тобой не ссы. Все, они по тексты ушли сразу же, нахуй. Они там появились. А чё, ник кто-нибудь может их спалить? Капетов, блядь, убрали или нет? Я вижу, только цель сменилась, цель сменилась, вот эту надпись, и все, нахуй. Пиздец. Ебаная хуйня, блядь, тут осталось, блядь, инста, нахуй, 20 минут, блядь. Он, смена цели, хуйня, смена блядь. Цели. Дайте ссылку нахуй на форум, блядь. Да, давайте на форум. Сука, я, блядь, сука, возьму миниган, нахуй, приеду просто, блядь, такое. Молодец, хорошо, привет. Я в таргет жестокого новобранца выбрал слепкод. Давай. Где? Тяни. Я вижу. Тяни, тварь эту. Петом, блядь, петом. Ну быстрее, блядь, раздуплитесь, блядь, локи, нахуй. Выберите в таргет, выберите в таргет. На мне агро висит, все, погнали, нахуй, походу. Саня написал, Саня Тилау написал, им админ убил босса. Ебать. А где нам убьет, блядь? Чё за хуйня? Где нам босс? Так, на мне агро висит. Ссылку скинь на Discord, Денис. На форум, блядь. Я скинул в общий чат. Ты да написал ник этого, блядь, и сервер? Нихуя толку только нету, блядь. А подняться? Чё, мой пет не может его бить, он, блядь, вообще нахуй. Это ты с VIP-форума скинул, скинь с обычного. И это я с обычного, я же сказал, я залил в приватный раздел и в обычный раздел. Кстати, они тему твою удалили, упс, пишет, блядь, мы столкнулись с некоторыми проблемами. А ты зашел на аккаунт, конечно. Тихо. У меня интерфейс забагался, у меня повсюду монетки, ебать, золото с этого, нахуй, с инвентаря, нахуй. Золото, медь и серебро, нахуй. Макс, что там у тебя? Небес. Я на форуме этот активирован, все как надо. Нихуя, у меня зашел, я оставил, ребята почти 30 минут торчим, ну как, нам как-то помогут, блядь. Ну, вы получили ответ, здравствуйте, в данный момент в связи с неполадками в работе карт, данный босс может быть только пропущен, если ваш рейд согласен на убийство. Да, быстрее, да. Нахуй, блядь. Да, отвечай, да, мы согласны. Давайте, да, напишем, РЛ, да, напиши в рейд, и заскринь, за 50 прав им. Согласны, блядь, на хуй во рту, давай. Смотри, да, пишут. Я это все сейчас убьет. Катаем вату, блять, из-за мудаков, нахуй. Они там сидят балебу друг другу мнут, нахуй. Мы тут, блядь, сидим, блядь, 2 часа, нахуй. Что за пи... Мне повсюду монетки, нахуй, с этого, блядь, с рюкзака, нахуй. Блядь, там че угля надышался? Я весь в золоте, блядь. Ты понимаешь? Он думает, котлы, нахуй, золотом топит, ебать. Да я весь в золоте уже, блядь. Там чувака нету вот этого, который в конце радуги, нахуй, ебать, золотым, блядь, этим мешочком. С лопатой я вижу у тебя. Чисто, пацаны, ваши ебки, хуета просто. Чисто залупа, блядь. Все, ворота открылись. Мне всегда отвечают. Все, хорош. Хорош! Погнали! А где моя трыня? Трыня, где моя? И балеб, надо было слышишь, надо было трыть. А че нельзя было там так делать на ФК, нахуй, ебать? Мы просто бежим, они умирают, ебать, на ходу, блядь. На спринтах, ебать, нахуй. Алло, блядь. Давай, блядь. Агрим всех, как обычно, нахуй, столовка. Как ты умеешь? Я, блядь, разве? Нагрели. Да это, блядь, вот эти бегают, нахуй, не умеют. Да бегать. не переживайте, сейчас еще кто-то с-под пола вылезет, нахуй, блядь. А, с-под все пола. Эти мобы, блядь, два пола. Ебать, чисто вайп-отряд бежит всех, Хагрид. Да не все в полу, отвечаю. Пошел нахуй, ванишь, ебать, текаем, блядь. Ааа, больно. По балэбе ударил. Что происходит, это не нормально. Кто-нибудь, лок какой-нибудь под эсэсом, главное, добежите, блядь, и все, нахуй, реснемся там, блядь. Может, мы, блядь, стопнем, да ёбнем нахуй это. Давай всё, убьем, но чё, пацаны, вы, это такое. Буешки, пацаны, давай. Давай, всё, погнали, нахуй, как всё, пацаны. Всё, я гим кастую, давайте на мужиков, ох, давай. Пиздим, ебать. Вон ещё стоп один. Хилы, хильте, Владимир, давай, ты у неё забрал хиль, как бог.
Там уже пацаны падают, вон, ебать. Куда? Наш текст? Ебать, они под текстами ходят, мобы, просто я в ахуе, нахуй. Я админа попросил, он сейчас тут дропа накидает в этих мобов. Дропа нам чешечку, накидает? Чешечку, блядь, мне гировскую. Да, ага. Баду там. Сейчас всё будет. Смотри, все чешку, палец СРСки тоже, этот, который, шем, блядь... Шем, шем. Не-не, шем на рогу мне не надо. А ты чё, ты, да нормальная тема, она. Давай эти, блядь, для... На трансмутные две элиданочки, блядь. Куда трэш выбежал? Это трэш с другого конца комнаты прибежал под текстурами, то есть он упал здесь, убежал туда и вернулся обратно. Ты запомнил место, где он вылез, нахуй? Там будем так же делать. Ты видишь, что тут происходит справа? Смотри, давай, видишь, что выбежал? Вот там сейчас, оттуда сейчас моб прибежит. Он там дрожит, блядь, я увижу его, нахуй. Смотри, давай, смотри, моб бежит. Чисто, блядь, морской пехотинец, нахуй, блядь. Там в зеленой этой моче, нахуй, утонул, ебать, вынырнул, ебать. Этот, бля, этот, нахуй, сантехник, ебать. А, у тебя это, Сега была, там, короче, была, да, про чувака, который мог в этот бунтазе, типа, прятаться на плечо. А чё, он конченый, он сейчас щиты, чё, по КД будет кидать сейчас, или чё? Никто не будет их диспетчить, да? Я уже 5 уебал, нахуй. Конь отбежал, чтобы, блядь, сюда чар вынулся. Я хуею, блядь. Я хуею. Вот это обнова подъехала, блядь. Чё, не спалятся? Искусственный интеллект, блядь. Такими, блядь, темпами, нахуй, мы просто будем скоро стать Долоран и умирать, ебать, от того, что, блядь, ебать. Там кто-то, блядь, пацан из канализационной трубы крокодил выскочил, а то ебал. Заебал, укусил. Это пиздец какой-то. Я хуею, блядь. Потом будет на форуме теме, ебать, меня крокодил зарезал, нахуй. С меня выпала вот триня, блядь. Ага. С меня триня выпала. А что там хуйня, да, кстати, да? Ему плохо, пиздец. Бегчики, пацаны. Рыло, блядь, ну ты сейчас так умрёшь, ебать. Ты хоть дыши, блядь. Рыло, живи, рыло, мы тебя теряем, блядь. Пиздец. Тёма, дыши, дыши, блядь. Мне ты уже теряешь, жалко, блядь. Ты сейчас так... О, в текст ты упал, да ты чё нахуй? Он сбежал. Я только доты и повешал, он съебался в курсе. Ой, блядь. Грис с этим ока. Где он есть, где он там умер, блядь? Да он там пиздец. Ладно, вставайте, те, кто поумирали, кто далеко тут отсюда. Ебеньте, шкаф сразу. Сейчас в курсе прикол, сейчас конь будет в одну сторону, короче, бежать, блядь. В Долоран, нахуй. Нет, сейчас без остановки по кругу, ебать, просто. Мы за ними хуячим, ебать. О, ответили, босс был убит, приносим извинения за неудобство. Пошел нахуй, напиши ему, пидор, блять, нахуй. Где нахуй, скажи, дроп с него, блять, нахуй, РЛу в инвентаре, нахуй. Они ж предупредили. Да, блять, предупредили, пидоры. А в чем прикол, если бы не согласились, мы стояли бы ждали, КД пока спадет, или че, нахуй? Ну он сказал, типа, если вы соглашаетесь без лута, то я вам убью. А-а-а. Вот если надо было поинтересоваться, ты согласен, если я тебе ебало набью, нахуй? То есть мы сидим на бутылке, они там еще нахуй что-то выебываются. А я хули, они, блядь, имеют право. Так, рыба есть, кидайте рыбу, давайте, мазбафы хуярите, блядь. Кулак, каску, всю хуйню, только быстрее, блядь. Сейчас. Надо закрыть это всю хуйню за полчаса, нахуй, забыть. Блядь, мопан, один одиночка тоже ходит. Так это который съебался, блядь. Петух, сука. Я вообще в ахуе, то что они мне всегда отвечают прям. Я походу знаю, как им надо писать. Нет. Напиши им, чтоб мне аккаунт разбанили. Напиши им, давайте, чтобы они... Давай, блядь, эти три босса вонючие нахуй осталось, блядь, по факту, блядь, я не знаю, 20 минут нахуй от силы. Так и есть. Так, карася поели, блядь, проверьте там бафы, кому что не хватает, напишите, скажите, блядь. По меткам, кто там, квадрат, срез, печенье, блядь, столовка, ты туда идешь в печеньку. Косты там будешь сбивать всю хуйню. Так, подождите, у нас слепкот пишет, что у него спека там нет. А у кого есть? Егор, у тебя есть спек? А в Долоран должен. Я вернулся. Давай так. Егор, спек есть? Уебывай нахуй. Что за агрессия, блядь? Да, Егор, иди в звездочку сразу, спекайся и все, иди туда. Саня, ты за Егором иди. Я пошел за тобой. Получается, на ту сторону. Иди, Влад, туда, на ту сторону, вместе с Хэпалом. Я в ком, я в присте? А, ШП же, ебаный страх.
А кто у нас хилит? Ну, одного холикала, Владимир. И рыло, Владимир идет. Так понял, комбик мрал идет, да? А что ему объяснять-то, ебать? Ты стака поймал? Да ты ничего, ничего. Косты там сбивайте только по КД, блять, и все. Что столовка, что мораль, по КД косты бейте, и на третьем только третий кидайте, сразу меняйте, чтобы не было этой хуйни. Так, ловим срез. Первую ауру поставьте. Там он на хом. Кучу на кельтане, блядь. Блядь, шутники повырезали, блядь. Где? А, нихуя вы где, я думаю, вы фул закрыли. Ну тут прикол, сами пиздец, нахуй. Тут боссы сами умирают, нахуй. Без прикол, встаем. Прикол, нахуй, только один, блядь, вроде, как ты, блядь. Иди нахуй. Короче, мы на ноте чемном не могли, блядь, босса убить, потому что трэш не... Ну, босс не спускался, и трэш в текстурах лазил. В итоге ГМ нам убил босс. И Саня тут еще был прикольный. А не то, что там мораль умирает? Сломали нахуй. Меняйтесь, алё, блядь, косты сбивай, мораль, в лужах не стой. Прожимайся там, зелёнка, хуён. Мораль, меняемся. Бета вызови, съешь, блядь. Водомет, вы тоже меняться должны, ёбаный в рот. Всё? Пойду Ладомир. Беги туда, быстрее кто-нибудь, блядь. Транквил, я дайте здесь, им на здесь, хп. Я здесь, я живой, я в тучке. Быстрее похильте меня кто-нибудь, блядь. Я в ахуе. Кто тебя там похилит, если там хилов нет? Я сказал, сразу туда рыло, блядь, отправьте и холи пала, блядь. Я умер. У кого 4 стака, чё, мы идём дальше? И что дальше? Пусть остальные все сдыхают тут, нахуй, похильте, да? Похильте Телдрина, сука. А, да там всё, пизда, рулю, нахуй. Там вообще никто не остался, да? Че, я подошел бы, но... В чем проблема была? Тёма. Я не знаю, почему вы туда поставили, блядь, одного хила. Я поставил, я сказал Тёма, ну, этот рыло и Ладомир. Ну, а где рыло сейчас стоит? Он тут, так, да, смотри, я, блядь, этот хили у вас, блядь, стоял. Ну, ясно. Я сейчас стану рисун. Чем, давайте этот... Нет, они не резать, блядь. Резайте тех, кто, блядь, умеет резать, быстрее только, блядь. Блядь, быстрее самому. Понимаю. Серф упал? Какой серф, нахуй? Это, блядь, нахуй вышел с тела, блядь. Кто-то покинул тело. Вставайте, будем бежать 2 часа, блядь. Это тот, кто говорят, давайте быстрее, блядь, все сделаем. Мы, блядь, тупим, как только какие-то дебилы, которые пришли сюда первый раз. Снаружи можете починиться. Лучше бы ты мог шкаф ставить, блядь. Это Саня, короче, если слот будет, тогда скажешь. Ну, типа, освободиться можно будет. Ну, хорошо. Но уже вряд ли. Понял. Тебе мы нихуя. На той стороне мораль и столовка. Вы косты можете сбивать по КД, блядь? Как мораль сдыхала? Вот скажите мне, блядь. Ну, у меня есть... Да, один хил, потому что там был, ебать. Так, а там не нужен хил, нахуй, если ты косты сбиваешь. Если ты ДКшник, ты там можешь соло прохилиться, блядь. Конечно. А мне нужен хил вообще. Зеленка, сбитие коста, нахуй, и ты можешь просто катить его. Там просто можно, блядь... В войд зоне не стоишь, и все, там по тебе урона, нахуй, не заходит вообще. Я, блядь, там локом, нахуй, танчил без хила, блядь. Я в шипешке там танчил. Ой, вставай. Два моба идут, не сагрите их, ебаные дебилы. Я в ахуе, блядь. Чё, ты видел? Мы все сбивали. Заморозка разума, оно там 10 секунд КД. Я один каз сбиваю, один пропускаю. Один каз сбиваешь, отдал зеленку, блядь. Следующий каз опять сбиваешь. Не зыбку отдал, блядь. Ты опять, блядь, сбиваешь, нахуй, блядь. Съел, нахуй, пета, блядь, отхилился. Кровь поменялся, отдал. Поменялся, нахуй. Тебя похилили. Грипнул этого пидрылу, блядь. Оно сбивает тоже, блядь, по идее. Нет, вроде бы. Сбивает. Батя, я не понимаю, вы мобов цепляете, вы что, с намазоленными глазами бежите сюда? Да они из текстур выползают, тебя за очко кусают, как крокодил в Долоране, понимаешь? Ты на колодце вот сидишь, срёшь, ебать, а тебя так крокодил, ну, так за очко. По КД, я... как бы, там моя точка. Ты его бобрами кормишь, а он, сука, тебя решил укусить, нахуй, за это. Я его куканил, блядь, он на куканец взял. О, мне пришла смс-ка оценить качество обслуживания. Залупа напиши, нахуй, блядь. Это от Путина, что ли?
админ от Сируса, блядь. Чё, Путин админ Сирус? Я себе, блядь, фа проскочил. Ты только узнал, что ли, ебать? Такие бабки крутятся, ты чё, ну? Всё на дворе цепло. Получается, на повышение пошёл? На положение. Все из-за Сируса просто. Чё, откуда теперь моб выползет, ну? Из-под кота? Нихуя к ней в ту сторону, да? Где моя тыня, сука? Алло. Сейчас выпадет. Блять, а где моя Влад? Алло, блять. Твоя тыня там же, где мой посох. Ты куда пошел? Блять, Влад, ебать, у тебя лагает стрим, нахуй ты вообще включил его, блядь. Ты дебил, это, блядь, FPS нахуй в Дискорде лагает, а не мой стрим. Блядь, давай, шкаф, Эми. Войд нормально все, блядь. Ну, Войд, наверное, сосал. Меня? Сумоните, пожалуйста. Тут стоял моб, который составился на Абу-Даби, который был в другом конце. Чё за хрень? Да я упал в текстуры, и эти мобы, они тут, короче, в текстурах стоят где-то. А, я много? Скинул, кстати, вон там. Кого сумоните, это вы в чат напишите. Безвредный, Асмодей, Арчейникель, Токсиген, Мумура, Синдикат, Ладомир, Телдрин. Ты чё, блядь, в Дуратар упал, что ли, блядь? Нет, это вот под Наксом. Так это же Дуратар. Мы оттуда пришли, вот. Это голый Дуратар, ебать. Симпатично, блядь. Ой, блядь, Егор, тебе сумон приходит? Вахуй, блядь. Че на мне комбат, нахуй, блядь? Как вы заебались, корова, блядь. И, блядь, комбат, нахуй, ванишам не скидывается. Ебать секс, нахуй, блядь. Сумоньте те, кого нету комбата. Только, блядь, быстрей, пожалуйста, нахуй. Ока, на тебе нету комбата, блядь. Таксиген не тут, хорошо, блядь. Простим его. Его и как раз таки убьет. Ребята, на кого мобы сагрились? Не хилите себя. Сашка, он же сумма всех. А я не понимаю, они там стоят, что-то вон, но они не сумонятся, потому что режим был. Сейчас присумонимся, подождите вы, я же вам говорю. Не знаю, блять, как присумонится, если режим. Ну, блять, не на всех комбо висит. Токсиген, ты с кем-то там дерешься или что? Мы тут все с кем-то деремся. Нахуя, блядь? Вы там с кем-то нахуй деретесь, блядь? Драчут сейчас ебасосы нахуй понабивают, ебать, а потом будут рассказывать, ебать. Ну, блядь, ну так повезло, не фартануло, нахуй, я не сбил нас, нахуй. О, Саня, я 60 FPS поставил ради тебя, на тебе 1080, короче. А, это нет, надо пробустить. Чё, все с кем-то деремся? В танке, сказал столовка. Ебать, боец, нахуй, я ебу, блядь. Народа, а? Чё, Сань, изменилось? Нормально. Спасибо, сумоньте. Дайте, точнее, сессию сумоньте. Смотрю, вот этот моб, который вот на нас идет нахуй, вот этот хублик побежал. Сейчас он упадет вниз. Не, он, короче, убежал куда-то туда, блядь, пацанов пиздить и пропал по пути. Все, все тут ставьте рыбу, ешьте, блядь. Каска, кулак, пристабав, лапа, вся залупа, быстрей. Кто там еще подбегает? Нормально распределить. Рыло и Ладомир, да? Ты идешь на ту сторону. Печенье. Вы мне сказали бы сразу, вы сказали либо Рыло, либо Ладомир. Пошел вдвоем идете туда. Рыло и Ладомир. Один стоит хилит ромб, второй хилит стоит печеньку, блядь. Потом меняетесь. Надо и Рыло помогает, помогай печеньке менять. Сбивать косты, и потом в другой метке сбивать косты. По возможности. Сбивайте все косты, блядь, что можете там.
по очереди сбивайте. Все, все остальные готовы. Мумура. Не, Рыло, не подходи, на тебя будет два дебафа кидаться, нахуй, иди в ромб. С ромбом потом будешь перебегать в печень. Частицу можешь кинуть на него, и все, и отойди в ромб. Или там наоборот, на ком там, кто с кем стоит, я ж не вижу отсюда. Рыло, к ромбу иди. Да, Рыло в ромбе, стой, можешь там, да, этот... Орехи кинуть на него, на того, на второго. Там будет нормальная дистанция, там полкомнаты можно стоять, ебать, что вы гоните? Все, давайте. Бля. На пацана, ебать, гонят стоят, ебаные, блядь, идиоты. Гомики, сука. На три, блядь. Гера. А вы по паучу били? Да. Угу. Давай дебюты всех. Немножко дальше отводить, блять, второй стак. Кто хилит? Вы хилите его. Танки меняются, идут сейчас прям. Идите быстрее, блять. Во, красавец. Столовка, там у тебя слышно, нет? Да, да, да. Что там у тебя? Нормально? Да нормально. Хилы поменялись. Моя, да? Саня, посади за проком хосты, пожалуйста. Она прокать, не прокать, вообще от яйца. Ученька, ромб меняемся. Ученька, ромб меняемся. Рыло тоже. Морали, столовка, меняйтесь. Рыло, беги. Больше ДПСа, больше ДПСа, блядь, убейте фул свой, нахуй. Рыло, блядь. Здрасте. Собор по касте. Пятый стак, ебать. 4. Кюикс, слип, дайте инеры. Печеньки, сбиваем все косты. Кто проебет, блядь, сбитие каста, дам въебало, нахуй. Вы РДД в миллизоне не стойте, пожалуйста. Сейчас тебе в один каст хуйну. А где я, нахуй? Сейчас обью я. Я ухожу отсюда. В печеньку уйдите кто-нибудь, танк. Да в печенье здесь дохуя народу, главное косты сбивайте, ебать, он не бьет нихуя вообще. В ромб. Ебать, да, в рот. Да не подходите сюда, РДД, ебаный рот, блядь. Нахуя, блядь. Женек, у тебя РМАКС РНЖ 10 метров нахуй на ШП или шо? Ладно, я кончен, ты-то куда, блядь? Просто люди столько времени не выучили, блядь, что в милизоне, нахуй, ебашит не только вот эта хуйня, которую мы забиваем, а еще в них небес есть, как у паладин. Надо подойти, вот тут, блядь, нахуй, прилечь рядом с боссом. Нечаянно, токсиген, Максимка, да? В ромбе уйдите, все, кто в ромбе уйдите, кто настакался уже, уходите отсюда, кто был. Я покажу, блядь. У вас уже, блядь, 4 стака, вы стоите. Косты сбиваем все. Сбить. Каст. Сейчас собью. Чё, как? Политека, что ты опять сбизнес? Секрам просто нахуй, какой-то срач нахуй запыкнул. Чё, тебе позже осталось? А, откройте в дискорде гичат, короче, посмотрите, блядь. Бля, ты оставь, третья пуха падает, ебать. Ну это я как бы на ковер тэпнулся, блядь. О, я там вспомнил. Ой, блядь, посох хороший. Посох крутой, реально, блядь. Дает крита овер дохуя. Плохо, что без соки, да, конечно. Типа ГМ такая, что он очень? Да, и выглядит пиздато. Какой ГМ? Я, это я на ковер тэпнулся. Ага. Я по текстуру провалился, блядь, пока вы там дрались, блядь. Заебись.
Че сейчас локация? А, вот где наши мобы бегают, да? Да, там мобы погоди были, блядь. Бать, это ж на файра, да, наверное, босс? Угу. А я что-то мисанул, ебать. Как тебе надо, давай отдам. Я просто на размах мокрого взял. Да это я взял так на... Давай я заберу тогда. Не, давай я заберу тогда. Все, давай, гуляй, отдыхай. Вопрос на ранговую, это самое. Вот сейчас льда выйдет, там же у вендоров тринки новые появятся или нет? Нет. Нет, три шмотки, сапоги, ой, штаны, пояс, перчатки и два токена, все. Холод. Вот, Саня, дай токен уже мне. Один джинс или хлам, бота кто-нибудь. Я Владимиру отдал токен. А, ну есть еще должны заводаешь продаваться, как сферы. Да. Арбалет, так у него срезу. 213 токен, да. Как бы тот же самый стоит. Срез, тебе надо с миткостью этот, я этот с хостой заберу. Быстрее только, тут 57 секунд, 55. Давай, давай. Ну, я сейчас сомневаюсь, что они сферы сразу добавят. Конечно. Не, арбалеты докидаем. Сейчас, быстрее, блядь. Все получается. Ебать, сука, мангус нахуй просто, блядь. 40 секунд осталось на шмотке, блядь. Красавчик. EasyTrade.ru. Да. Раз меткости не хватало на танк. Сейчас ебать этот, блядь, смотри, с лоста тоже упадет пуха, блядь. Это будет все готово. Это будет сильно. Так, кто нас танчит? Столовка? Срез тогда в ДД, да? Да-да-да, в ДД. Спекай.